Новая станция «Технопарк» сегодня открылась в столичной подземке. Она расположена на территории бывшего завода ЗИЛ. Сейчас на месте прежней промзоны возводят технополис с жилыми кварталами, офисными и торговыми центрами. Для решения вопроса транспортной доступности изначально было спроектировано и метро. Новая станция наземного типа находится на зеленой ветке между Автозаводской и Коломенской. Сегодня запускается 198-я станция метрополитена, станция «Технопарк», которая обслуживает уже действующий сложившийся деловой центр и работает на перспективу развития всей промышленной зоны ЗИЛ, в которой строится и спортивный кластер, и жилой, и деловой. И буквально вот здесь через проспект Андропова начинается строиться крупнейший в мире детский парк. К оплате в кассах технопарка принимают банковские карты. Для удобства пассажиров установлены автоматы с напитками и бутербродами.